Всех с наступающим Новым годом, друзья! Сегодня 31 декабря, и я снимаю сегодня видео салатик. Салатик у нас будет называться «Варежка Деда Мороза». У нас на канале уже есть видео «Шапка Деда Мороза». Теперь будет «Варежка Деда Мороза». Что я приготовила для этого салата? Яйца, морковь отварная, картофель. Такая вот у меня горбуша резерва, форель холодного копчения. Мне было неважно, какая у меня будет рыба, крошение сверху. И сыр. Также мне нужен будет для заправки майонез. В общем, смотрите, я заранее приготовила варежку, вырезала ее из бумажки. Теперь мне нужно ее как бы силуэт оформить вот так вот майонезиком, чтобы я не вылазила за пределы. Первый слой у меня морковь, тертая морковь. Тру морковь на крупной терке. Это у меня будет первый слой. Когда я варила овощи, я их все посолила. А количество ингредиентов будет зависеть от размера варежки, которую вы будете приготавливать. Я готовлю салатик нам на двоих. Следующим слоем мы смазываем это майонезиком. Трем картофель. Следующий слой опять майонез после картошки. Теперь у меня вкусный слой. Слой рыбы будет. Рыба у меня в масле. Ну, не обязательно брать такую рыбу. Любую можно, какая вам нравится. Я режу на досточке и закрыла ее мешочком, чтобы досточку потом не отмывать. Укладываем ее следующим слоем. Порезана она у меня крупно. Вы можете ее измельчить по желанию. Вы заметили, как варежка разрастается? Теперь я тру сыр. Терочку взяла поменьше. Немного сыра отложим для опушки на варежку. А сюда же нужно потереть желтки. Перемешиваем это в тарелочке, чтобы удобнее было. А на рыбу мы сейчас будем тереть яйца, белок. Рыбный слой я не промазываю, сразу вот на него кладу белок. Он, так как у меня и так рыба в масле. Так, сейчас сюда опять слой майонеза. Чтобы было легче сыр разравнивать с желтком, я сразу сюда добавлю майонез и перемешаю. Потом просто уложу сверху. Ровным слоем надо уложить ее на варежку. У нас меховая варежка получилась. Очень теплая, я смотрю, многослойная. У меня было 100 грамм форели, этой копченой, холодного копчения. Ну, как видите, тут оказалось всего 3 кусочка, а мне надо целую варежку украсть. Вот пытаюсь резать тоненько. Варежка получается нарядная. Вот украшение у меня продолжается уже горбушей. То есть она связана из меланжевой пряжи. Здесь вот нужно нам сделать опушку на варежку. Ну все, ребятки, праздник желудка обеспечен. Сегодня 31-е. Лариса, мы одним этим салатом, я думаю, наелись бы. И, ребят, вот смотрите, девочки, мальчики. Настоящая варежка Деда Мороза. Какая креативная варежка. Которую он обронил случайно. А главное, вкусно. Салатик готов. Нам приятного аппетита. Вот так вот он смотрится на праздничном столе. Очень все красиво и аппетитно. Я нам пожелаю приятного аппетита, потому что мы сидим за столом. А вам всем, друзья, всех-всех с наступающим еще раз. Всем крепкого здоровья, мира над головой и всего самого наилучшего. Всем пока-пока, увидимся. С Новым годом! Ну что, салат отстоялся. Сейчас мы отмечаем проводы старого года. Сейчас я буду пробовать. Тебе пальчик от варежки. Ноготочек вкусный. А что бы он был невкусный? Так и ингредиенты. Волшебница готовилась.